Всем привет, доброе утречко, мы уже собираемся. Время 6 утра. Там опять кушаешь. Вот, вот тут кушай. Ага, нет, вот здесь. Это не твое, вот тут кушай. Вот твое. Да. Вот твое. Детки все еще спят. Я сейчас разбужу Маргариту, потому что ей сегодня рано. Вот. И Ксюшке нужно в 7 часов встать, когда Маргарита будет уходить. Она разбудит Ксюшу как раз. Марго. Марго. Мы поехали. Доброе утро. И Боньке играть хочется. А, сейчас будет шугать кота. На ее территорию. На ее территорию зашел. Он всегда так делает, когда он приходит. Ну что, мы поехали. Еще темно. Мы взяли себе завтрак. Кофе. Булочки. Снарядились. Мы поехали. Солнышко уже начинает вставать. Потихоньку. Так, нам ехать 274 километра. В общем, в 9.29, в 9.30 мы будем там. Сейчас у нас 6.38. На улице 5 градусов тепла. Поехали. Все, буду я работать. Иначе не успею. Полтора часа мы уже проехали. Пробка, пробка, пробка. Уже светло. Надеюсь, пробок таких серьезных не будет. Мы все еще едем, но нам осталось чуть-чуть. Во сколько мы приедем? Так, навигатор показывает, что нам осталось чуть меньше часа. Я думала, уже приехали почти. Минут 50 нам осталось. Я немножко помонтировала, но не могу, потому что меня укачивает. Смотрю в монитор, плюс еще дорога укачивает сильно. Деткам позвонила, все хорошо, в школу они собрались. Ксюша всех собрала. Вот, и потом часов в 12 позвоню, потому что мне, скорее всего, мы приедем где-то 1:30. Дети придут домой в 12, я позвоню, чтобы они покушали. Все проконтролирую. Вот. Дождик местами то идет, то нет. Сейчас вот опять начну поливать. Мы приехали в Женеву. Кстати, это французская часть Швейцарии. Здесь на французском говорят. Потому что город находится на границе с Францией. Так, кто спрашивал, на каком языке в Швейцарии говорят? На 4 языках вообще. Официально 4 языка. Мы в немецкой части живем. Сейчас приехали во французскую часть. Где-то здесь киргизское посольство. Ну, я пойду. Такая узенькая парковка. Где-то здесь нам нужно будет заходить. В общем, сейчас найдем. Так, все, ребят, закончили мы дела. Поехали домой. Здесь такая хорошая погодка. Смотри, стул какой огромный. Еще и ножка сломана одна. Прикольно. Задержались. 10.38. Примерно к 2 часам мы будем дома. Собираем документы на получение гражданства Швейцарии. Поэтому приехали сюда. У нас опять перекус. Такие вот печенюшки какие-то, не знаю. Жареные в сахарной пудре. Типа хвороста, что ли. Вот. И Лео взял себе... Что это такое? Сэндвич с сосиской. Хлебушек с сосиской. Перекус. Время 11 часов. Ехать 2.5 часа еще. У меня, кстати, тоже здесь хлебушек с сосиской. Пока я это перекушу. Осталось минут 20, наверное. Ой, сколько мы? 6 часов в дороге. Туда 3, обратно 3. Сейчас еще... Лео на работу поедет. И работать будет до 10 ночи. Так, Маргоша уже уехала в школу. Ксюша еще дома. Ксюш, ты во сколько выходишь? В 3? Угу. В 3 часа, тебе еще 1.5 часа. Угу. Макс в садике, Каролина в школе. Я влог монтирую. В машине я не доделала, невозможно просто, не знаю, меня укачивало и голова болела. Осталось совсем чуть-чуть. И буду выкладывать.
Пюшка сегодня блинчики пекла, панкейки такие вот. Пока нас не было, всем на обед. Попробуем. Пюша, блинчики вкусные. Хозяюшка. Накормила всех. Да, Вань? Да. Да. Ксюш, ты почему с собой телефон в школу не берешь? Потому что нельзя. Ну вот. Ну то спрашивали, почему девчонки ходят без телефона. Но Маргарите можно. В принципе, он и Ксюше не нужен телефон там. Маргарита тоже, в принципе, они там не достают. Они, когда в класс заходят, они телефоны все сдают. Вот. Поэтому не ходят. Телефон дома оставляют. Не нужен он. У тебя сейчас какой урок? Фондербайт. Труды? Что вы делаете? Не знаю, какая-то игра там. Настольная игра. А, круто. Больше ничего не шьете? Mm-mm. Ни шапочки там, ни штанишки? Mm-mm. Ты еще штаны не шила? Ты сшила толстовку. А, кстати, что ты ее не носишь? Не знаю. Не нравится? Нет? А что? Подари кому-нибудь. Она какая-то неудобная, странная. Да. Ткань не нехорошая ткань, да? Некачественная. Дешевенькая. Все, пока. Ну давай, возьми Боньку с собой. Иди, Бонь, иди. Иди в школу. Иди, давай, иди. Иди в школу, иди. Иди. У вас нет такого урока, когда вы приносите своих нет. животных? А жалко. Ты бы кого взяла? Хомяка, кота всех. Или собак? Всех. Я представляю, Ксюша такая идет. Бонька так хомяк в карман. В одну руку, кота в другую руку. И все, идет такая. С своими питомцами. Вон, идем? Прикольно было бы. Идем в школу. Все, пока. Давай. Джудик, бай-бай. До вечера. Все, пока. Пока-пока. Поки-поки. Макс сам придет, да, сказал? Да, он сюда сам придет. Все, хорошо. Ручка. Куда ты там? Куда? Куда ты воруешь еду? Все, пока. Пока. Мне уже тут посоветовали Боньке и Фильке поменять тарелки. Раз Бонька кушает у него, значит, нужно ей ее корм насыпать в его чашку, а его корм в ее чашку. И тогда, может быть, они перестанут друг у друга кушать, но они так пересеклись и кушают вместе. Ей в этом году 3 года уже будет. Да, Бонюсь, летом. Маленькая. Уже не маленькая. Привет! Боня, ну что ж ты гавкаешь-то постоянно? Как дела? Это твой рисуночек? Можно посмотреть? Ты сам рисовал? Это вы на фастнах рисовали? Какие страшные мордочки. А? Ты кого-то хотел напугать? Как дела? Справились без мамы? А? Все хорошо? Сам в школу пошел, сам пришел, молодец. Готовлю ужин. Сегодня спагетти. Не знаю, с чем. Но с чем-то будет вообще. Пока еще не решила, с чем. Вот, детвора играет. Все, что уроки делаешь? Да. Что там у тебя сегодня? Это что, немецкий? Угу. Я вот это вот и вот это вот уже в школе сделала, поэтому мне только вот это а надо. Что сделать надо? Знаки препинания? Да, ну знаки какие-то. Я не знаю, я правильно делаю. Запенила противень. Немножко он у меня жирненький. Помыть нужно. Пока он тут откисает, я кушать готовлю. С чем сделать спагетти? Ну-ка. С яйцами? А? Давно с яйцами не делали. Я недавно протестировала свой новый скетчбук. Новая бумага. Как будут маркеры ложиться. И вот что у меня получилось. И вот мячики, шарики. Немножко мне не нравится, как получился фиолетовый, потому что у меня мало оттенков, только 3 оттенка, и они очень темные. Вот эти вот хорошо вышли. Пробовала я переход делать плавный. Вроде ничего, вроде неплохо получилось. Вот этот мне не понравился. Я уже, знаете, этим, как он называется, белым маркером, по-моему, он называется блендер, делала, видите, такое вот пятно светленькое вот здесь вот осветляла, но все равно не то. Но это просто гелевой ручкой. В общем, осветлить не очень получилось. И также я... Здесь вот, оказывается, есть кармашек, я обнаружила. Вот сюда складывать. И сюда я складываю свою палитру. Тоже новая палитра. Потому что новая бумага. И хотела
знать, как так вот легче искать оттенок, который нужен, когда раскрашиваешь рисунки. И вот сюда вот как раз вот этот кармашек. Ну, у меня влазит. Вот так вот. Очень удобно, оказывается. Еще можно что-то туда складывать. Нарисовала я еще один рисунок, чтобы посмотреть, как получится, как будет выглядеть. Вот такой вот у меня получился рисуночек. Вообще, мне очень понравилось. Этот скетчбук мне нравится больше, чем предыдущий. Там желтоватая бумага. Он больше подойдет, может быть, для карандашей цветных, либо для простого карандаша, рисунки карандашом. Мне не нравится, как там ложится маркер, потому что бумага темная. Вот эта бумага беленькая, красиво очень цвета. Вот, цвета получаются такие яркие. Ну, в общем, так вот у меня. Такая вафелька от мороженого и букет цветов. Я сразу показала, какими я оттенками пользовалась. Вот, пронумеровала. Вот так вот оно немножко, конечно, просачивается, но это нормально. Вот, так что все. Буду рисовать я цветными маркерами на этом скетчбуке. С желтыми листами скетчбук я его буду использовать для рисунков карандашом. Скорее всего, простым, может быть, какие-то скетчи карандашом. Может быть, цветными карандашами. Очень хорошо смешиваются цвета. И этот маленький тоже протестировала. Попробовала нарисовать. Вот такой вот листок. По-другому совсем смотрится, да, цвета другие. Потому что бумага желтоватая. И здесь 140 грамм. А на вот этом скетчбуке 180. Ну, в принципе, и то подходит. От 140 до 180 это именно рисование маркером. Сразу видно разницу, как здесь ложится маркер на белой бумаге и как здесь. Здесь немножко темновато, да, все-таки получается такой темноватый рисунок. Если кто-то еще не подписан на мой канал, где я рисую, ссылочка в описании. Оставлю в описании. Также на канал Маргариты, Ксюши. В общем, в описании загляните, там все наши каналы. Буду я рисовать на весеннюю тематику. Скоро весна. Тут уже что осталось? Тут уже осталось совсем чуть-чуть. Поэтому будем делать настроение весеннее. Что-нибудь для скетчбука на весеннюю тему. Решила я сделать спагетти с яйцом и со сливками. Взбила яйцо. Залила сливками, посолила, поперчила. Теперь это все сейчас поджарим. Ты меня кусаешь? И получится очень вкусно. Ты понимаешь, что мне больно? Пиджама Big Day. А мне завтра рано. Я рада, что тебе рано. Не могли не на завтра мне. Потому что все занято. Мы записали Ксюшу к врачу, а к врачу на субботу только свободно. А вы записали? Да, тебя записали в субботу, а до этого все занято. Но все равно, если я пойду в субботу, если они меня отрежут, и мне надо это... Что тебе отрежут? Ну, это ноготь. Потому что я не могу обувать обувь. Будешь один... дома сидеть? Да, 3-4 дня. То я не пойду французский два раза. Видите, какие у нее планы уже. Планы на жизнь у нее. В школу не пойти. Я хочу Монтак в школу. Потому что Монтак мы будем играть в волейбол. Гони. Хозяйка где? Ну-ка иди ищи. Где хозяйка? Нет, это не хозяйка, это бабушка. Вот сюда. Вот здесь хозяйка. Зови хозяйку гулять. Быстро. День сегодня так пролетел. Считай, полдня мы только до обеда в дороге были. Папа тебе. Что у тебя завтра в школе? Уроки. Во сколько? Нормально. И в пятницу тоже. Да? Папа тебе. Ты еще сердечки смотрит. Не хочешь убирать? Нет? Тебе нравится так? Давайте со стола убирать. Да, мама. Вот еще лего осталось, Каролина. Это тоже нужно отнести. В коробку. Давайте. Поможете мне быстренько убрать и искать? Ага. Поможем. Поможем. Тебе во сколько завтра? Рано. Рано? Маргарите нет. Как нет? Нет, я нормально. Себя рано. Нет. А нет. Еще раз я попробовала ей подрезать, сколько смогла уголочки. Сейчас в субботу поедем, посмотрим, что нам скажет.
Что сделают? Ну, тяжело очень. У него прям сильно заворачиваются. Там я не могу залезть. Сколько смогла, столько срезала. Там глубже не могу. Завтра будете искать, нет, а сейчас спать. Давайте, мне еще нужно видео монтировать. О, лежит он здесь. Это его место, что ли, а, Филь? Ты попутал. Куда? Это не твое место. Что ты здесь делаешь? Намывает. Тут тебе шорстку намывает. Спать хочешь? Ну, долго не пролежит с тобой. Она потом тут будет спать. Да, он потом уйдет. Да, тут. Он на одном месте долго не лежит. Идет? Да, ему быстро надоедает, он ищет разные места, где ему можно поспать. Он сейчас туда вниз пойдет. Хвостатый. Вот, я еще куда пошел. Вот, все. Домик себе нашел. Пусть спит там. Ладно, давайте, а то мне еще монтировать. Два видео целых. Маргарите и себе. Ложимся. Как обычно. Всех раскидала по кровати. Думаю, где-то часик поработаю и спать. Сейчас 11 часов. Уже Лео приедет с минуты на минуту. О. Приехал. Ты только заговорила, и он приехал. Как такое возможно? Ты мне дверь куда? Я чувствую, когда он домой приходит. Ручки хочет, хочет на ручки. Возьми на ручки меня, возьми на ручки. Папа, на ручки возьми. Ваня, где папа? Папа, на ручки. Он с бумажками сидит. Счета, документы. Нет времени. У кого-то опять борьба. Father's voice, he would tell me to move on.